Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с вами мы будем проходить вторую часть карты под названием Побег из тюряги, да. Мы закончили вот тут, в такой странной тюряге, где вокруг меня находятся заключенные, которые только ждут, чтобы я мыло уронил, но ничего я ронять не буду. Да, ребята, мы в предыдущей части закончили тюряги, которая была намного проще, чем вот это, потому что на самом деле я вообще не понимаю, что мне тут надо делать, как мне отсюда выбираться и куда мне вообще идти, потому что эта тюряга непростенькая, как я вижу, Так, но перед этим, ребята, в принципе, если вы хотите больше серий с побегом из тюрьмы, или если вы хотите больше вообще вид... Нет! Твою мать! Или если вы хотите больше видосов, то перед этим, перед началом все... Мать вашу! Перед началом серии обязательно поставьте огромный палец вверх на вот это видео. Давайте наберем 15 тысяч лайков, и я обещаю то, что следующая серия побега из тюрьмы выйдет как можно скорее. Да, а мне надо как-то отсюда... Матушку вашу за ногу, да дайте мне выбраться с этой сраной тюряги. Так, как я понимаю, это будет очень даже непросто. Потому что тут вообще непонятно. Вообще непонятно, что от меня хотят. Да как мне отсюда выбраться нафиг? Хорошо. То есть на пол я не могу вставать, потому что меня сразу укокошат, да? Все логично? Ну, вроде логично. Так, тут я еще не был. Я, конечно, постараюсь туда пойти, но я тут вообще нифига никуда не могу пойти. Я ничего не могу ни перепрыгнуть, ни хрена не могу. Кто строил эту вонючую карту? Нет. Не работает. Хорошо. Если я... Так, я на самом деле хожу тут уже полчаса и ни хрена не понимаю, как отсюда выбраться с этой сраной тюряги. Но я понял то, что тут есть какой-то небольшой проходик. Вот сюда, да, но только по... Опа! Так. Как бы сюда перепрыгнуть, как бы сюда запрыгнуть, а если... Не, я тут стукнусь опять. А если вот так, и если вот так, и та. Я пришел в какое-то новое... Пропустите! Так, нет. Тут я не смогу пройти, как я понимаю, но только как мне найти какой-то предмет, который может сломать вот эту железяку, потому что я ее сам не смогу сломать, и чтобы я забрался вот сюда. Значит, я вообще не в ту сторону пошел. Зашибись. Я куда-то зашел, но не понимаю, куда... Так. На такой высоте я еще не был на самом деле. И куда мне сейчас идти? Ну, то есть, я забрался вот сюда куда-то. Через вот эти все сраные железные заборы я как-то сюда забрался. И тут еще и паркур. Нереальный, между прочим. И вообще, ну... Да, вот тут нереально вообще перепрыгнуть. Да, хорошо. С паркуром мы пока повременим. Мне надо добраться, забраться как раз-таки чуть дальше. Опа, так. Паркурщик с меня, конечно, никакой на самом деле. Но я постараюсь как-то дальше забраться. Твою матушку! Так. И главное не бабахнуться сейчас. Да. Ёхали-баба, я наконец-то прошел эту фигню. Так, но я все же надеюсь, что мне никакой паркур не надо будет проходить. Потому что если мне реально надо будет проходить вот этот паркур, это жесть. Я такой паркурщик, то что даже не могу запрыгнуть на железный забор. Типа... Не-не-не-не-не-не-не, я не буду рисковать, сейчас опять куда-то шандарахнусь вниз и не вылезу. Так! У меня есть джелбрейкер. Я там видел выход, поэтому... Выход. Да! Опять школьник у меня в башке! У меня в душе школьник проснулся. Уходи, пожалуйста. Уходи с моей башки. Так. Он говорит то, что я попал в какую-то тюрягу, в галерею, ну, то есть, галерею искусства я попал. Ни хрена себе сейчас тюряга, это где-то в Швейцарии 100% там заключенные такие лежат, а, какая крутая Мона Лиза, да? Ну, хорошо. Если он сказал то, что это тюряга искусства, искусство тюряга, значит, тут 100%, а где-то в картине должен быть, мать его, проход. Но я ничего... Но я ничего не вижу, но я нашел все же проход. Так,
Wake up, ага, проснись, это нереально, проснись, это нереально, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, комната наркомании. Так, хорошо, выходим отсюда, значит, ребята, мы с вами уже поняли то, что тут реально есть много каких-то скрытых проходов. Поэтому нам надо искать. Как я обожаю паркур. Нет. Ни капельки. Ненавижу, можно даже так сказать. Но не важно, так... Хорошо, если мы пойдем в другую сторону, если мы реально на... Нет, я что-то заметил. Опа, а я туда вообще смогу допрыгнуть? Ну, если бы я хорошенько постарался, то я бы смог, конечно, туда допрыгнуть. Но я так ненавижу паркур, мать вашу, вы себе даже не представляете. Создатели паркура в Майнкрафте. Выпилитесь, пожалуйста, мой господин. Так, хорошо. Давайте мы сначала пройдем вот этот паркур. Пройдем вот этот паркур. Тут 100%, но тут нету никакого прохода вроде. Матушку твою за ногу! Да ты что, издеваешься или что? Не могу понять. Собака! Опа! Неужели я допрыгнул? Пожалуйста. Мне всего лишь надо запрыгнуть вот сюда. Всего лишь. Пожалуйста. Всего лишь. Да твою-то мать! О! Так, сюда я не могу запрыгнуть. А если я вперед прыгну? Так, создатель карты, пошел ты в пень. И что я тут нашел? Джейл Брейкер. Стой. Ага. Я, конечно, тут все могу поломать. Так, я понял. То есть я иду сейчас сюда. Опа. Так, я прошел, и это замечательно, да? А мне вообще вот это надо было ломать? Как хрен его знает? Нет! Твою-то мать, да ты что издеваешься? Подожди, ну, по сути, я ж карту не ломаю, по сути. Если я могу сломать вот... Привет. Круто. Да! Так. Это я могу сломать. Это я тоже могу сломать. Да? Все верно. Так, если меня вот тут убивают, да? Ага! Вот эти блоки с помощью лука я могу обвалить на землю. Но мне надо как-то... добыть лук. Так, опять картины, тут ничего. И лук, зашибись. На! Так, я смогу вообще туда допрыгнуть? Так, хорошо. Зато мы уже, ребята, с вами знаем то, что есть, мы сейчас доберемся сюда наверх, да? Если мы сейчас сюда наверх заберемся, да? Угу. Опа! И кнопочка, да? Сейчас бы еще сюда запрыгнуть. Да! Школьник, пожалуйста! Школьник! Школотро! Алло! Мамка придет! Мамка, наругай! Не кричи на взрослых! Так, ищу. Я не могу играть, когда у меня в башке школьник. Да, он сказал то, что эта тюрьма похожа на библиотеку. Капитан Очевидность! Но, нам надо выбраться. Я надеюсь, что это уже наконец-то последний уровень, потому что я заколебался вот эту тюрягу проходить. Школотрон, я нашел твой секретик. Так, один сундук я нашел. И в нем палочка. Нагибайся, школьник, нагибайся. Так, хорошо. Одну палочку я уже нашел. И что мне надо с ней сделать? У меня такой вопросик. Вторая палочка. Ну, Школотрон как-то хреново сделал этот уровень, на самом деле. Вопросик. А что мне делать с этими двумя палочками, а? Или я еще третью должен найти палочку?
Тут ничего нету. Ёперсете. Опа, это... Читер! Так, хорошо. Я могу что-то ломать, ломать, ломать! Нет! Так, подождите, смотрите. Какая-то странная палочка. Вот смотрите, я первая, видите, вот это первая палочка. Я ею тыкаю куда-то по блокам, и ничего не ломается. Видите, ничего не ломается. А тыкнул на вот этот блок, который тут был, и он сломался. А вторая палочка... Вторая палочка тоже ничего не ломает. Ну, с богом! Тон-та-дон-та-та! И... То есть, есть определенные палочки, каждая палочка ломает какой-то определенный блок. Я понял как раз, я понял, но я не понял, как мне выбраться. Ну, то есть, я прыгаю в эту фигню, да, и меня ты... Я понял. То есть меня тпшит обратно, но я в воздухе должен попасть вот в эту дверь, которую я только что сломал. Вот! Тан-та-дан! Да! Как-то изи, на самом деле, я прошел этот уровень. Ага, паркур-тюряга. Паркур. Паркур-тюрьма. А, в общем, на этом, ребята, мы с вами будем прощаться, потому что паркур-тюрьма... Нет, не хочу, не хочу. Ой, ёханый бабай. Не хочу я паркур-тюрьму проходить. Да, тут много заключенных, поэтому, ребята, мы, наверное, это уже будем заканчивать, пока они меня не заметили. А что самое главное, ребята, если вы хотите продолжения, мне кажется, тут еще есть парочку уровней интересных. Только, мать его, не паркур. Просто прошу вас, не паркур. Если вы хотите продолжения, то обязательно, обязательно, в первую очередь, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Это всего лишь секунда времени. Нажмите на красную кнопочку и нажмите на колокольчик. И потом поставьте лайки. Ребята, спасибо вам огромное за просмотр. Лайк, если вам понравилась серия и побег с тюряги. Мы с вами будем прощаться. Всем удачи и всем пока.